Дашь мне рассказать людям, что такое адаптация? Можно? Я расскажу вам, что такое адаптация. Я начал задаваться вопросом, как я могу сделать так, чтобы, когда родители начинают обучение, они могли начать его комплексно, да, чтобы у ребенка была вся-вся-вся информация о том, что понадобится. И я решил просто взять и сделать коллекцию всего моего опыта, все песни, все мои видеокурсы, все мои видео объединить в одну структуру и дать ее сразу после покупки любого обучения со мной, с преподавателями, в моей онлайн-школе. Представляете, родителю, ребенку будет доступна вся коллекция сразу после покупки. И этот объемный старт, так я его называю, очень важен. Для кого нужна адаптация? Да, на самом деле для каждого ребенка, потому что двух занятий в неделю недостаточно, вот, особенно в самом начале. Ребенку нужно понимать, что такое английский язык, что это ему пригодится на ежедневной основе, а не два раза в неделю. Поэтому и есть эта адаптация. Представляете, если это совместить с занятиями, какая польза? Как проходит адаптация? Да, все просто. Это просто ссылка, которую вы открываете, личный кабинет создаете себе, заходите, и у вас будет доступно список рекомендаций от меня. Там только моих видео будет 16, можете себе представить. Можно получить, просто купив обучение, представляете?